Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном. Документ предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества в торговле товарами и услугами в области энергетики, в сферах сельского хозяйства, продовольствия и животноводства, а также в строительном секторе, включая производство машин, оборудования, транспортных средств и других областях. Кроме того, договор предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией и Туркменистаном в области медицинских услуг и технологий, фармацевтической промышленности, туризма, развития субъектов малого и среднего предпринимательства, компьютеров, информационных и коммуникационных технологий, космического сектора и аэрокосмической промышленности, а также почтовых услуг. Напомним, соглашение между правительствами Азербайджана, Турции и Туркменистана о торгово-экономическом сотрудничестве было подписано в декабре 2022 года в городе Туркменбаши на полях первого саммита глав Туркменистана, Азербайджана и Турции. По итогам переговоров Ашхабад, Баку и Анкара подписали 5 трехсторонних документов о сотрудничестве.